Сделать доброе дело может каждый житель региона. Для этого не обязательно уметь вязать. Можно купить пряжу и передать материал волонтерам. В этом году в акции принимают участие члены областного совета ветеранов. Носки, варежки, шапки, жилетки, джемперы активисты уже собрали несколько десятков теплых вещей. Сначала вязала носочки, жилетки, шарфики, перчатки для детей, для женщин. Ну а в этом году узнала, что нужно помочь нашим ребятам. Поэтому вяжу сейчас носочки. Молодежка меня снабжает нитками, помогает, принимает мои изделия и отправляет их ребятам. В этом году ребятам надо помочь, потому что холодно, уже наступили холода, скоро выпадет снег. Чтобы они замерзли, утеплились, мы о них думаем, помним о них. Всех желающих поддержать акцию ждут по адресам во Владимире. Электроприборовский проезд 2А и улица Горького, дом 40. Работает телефон горячей линии 8, код города 4922, 44 74 07.